Привет-привет! Это канал Сергей и Леся. Мы давно уже хотели снять эту серию, и вот настал тот самый час. Украинцы в Польше за день получают где-то приблизительно 120 злотых. Ну, это такая средняя зарплата, среднестатистическая. Давайте посмотрим, что можно купить в Польше, проработав один день. Мы были на закупах, как говорят в Польше, и потратили там 123 злотых. Вот, пожалуйста, чек. Давайте же посмотрим, что мы получили за эти деньги. Итак, смотрим. Та-да-дам! Это так общий план. Сейчас я вам все расскажу. Ну, такая самая дорогая покупка. Это вот такие уги. Они сейчас по акции, и я заплатила за них 25 злотых. Мы перевели на украинские гривны, это приблизительно 150 гривен. Вот такие теплые зимние уги с бантичком, 25 злотых. Это первая покупка. Идем дальше. Шампунь. Литр шампуня. Я не знаю, какой он по качеству, мы не пробовали. Если что, это будет просто пенка для ванны, но смысл в том, что литр шампуня стоит 3,50 злотых. Это 21 гривна. Дальше. Дальше у нас, ну, например, мука. Идем по еде. Мука, две пачки, две упаковки по килограмму, стоит одна пачка 2 злотых. То есть 12 гривен килограмм муки. Булочки. Вот такие булочки, здесь их 10 штук, они пекутся каждый день, они свежие, пахучие, теплые, по 30 копеек, по 0,29 злотых, это гривна 81 булочка. Заплатили мы за это 2,90 злотых. Дальше два вот таких тостовых хлеба. Один хлеб стоит 2,19 злотых, это где-то приблизительно 13 гривен. В хлебе 500 грамм, ну, то есть килограмм хлеба у нас вышло. Идем дальше. Сыр. Здесь 400 грамм сыра, он стоит сейчас 7 злотых, но за что я люблю польские супермаркеты, потому что там постоянно какие-то акции. И этот сыр часто можно купить даже за 4 злотых. 7 злотых это 42 гривны. Надеюсь, я правильно сказала. Майонез. Что интересно, кто живет в Украине, да, все знают, что майонез часто продается именно в упаковках. А здесь майонез продается только в банках, в стеклянных банках. Вот такая баночка, здесь 500 мл. Она стоит 6 злотых. 6 6, 36. Ну, так приблизительно. Кетчуп. Ой, как я люблю этот кетчуп. Он мне очень нравится. Он вкусный, он немножко остренький, в меру. Стоит он 3 злотых. Здесь 560 грамм. Это 18 гривен. Идем дальше. Вот такой маргарин для выпечки. Нам сегодня обещали, что будут кексы. Две такие упаковки. Стоит одна упаковка 1,40 злотых. Ну, это где-то 8-8,40 гривен примерно. Ну, я так думаю, что здесь где-то 200 грамм, наверное. 250, я вижу. Да, 250 грамм. Две упаковки. Три упаковки херваты, чая. Вот яблочная, это смородина и малина. Одна упаковка стоит 2 злотых, это 12 гривен. Вот, три пачки чая. Заметьте, это все за одну зарплату, за один день работы. И чай очень вкусный. Да. Чечевица. Чечевица здесь 500 грамм, она стоит 3,70, это 20 гривен. Ну, чечевица это такой не очень дешевый продукт, но очень вкусный. Суп с него просто бомба. Сразу тогда пройдем макароны. Это макароны, они очень хорошо для супа подходят. Стоят 1,19, здесь 250 грамм. Ну, это где-то 7 гривен примерно. Лук, морковь. Лук, здесь полкилограмма лука, это ну, почти 2 злотых, то есть 12 гривен полкилограмма. И морковь. Тоже полкилограмма, 1,40, это там где-то 8,50, тоже полкилограмма моркови.
бананы. Бананы здесь кило 800, вроде бы, килограмм 800. Стоит это 7,60, то есть где-то примерно 45 гривен. Вот такая огромная, пахучая вязка бананов. Перейдем к самому интересному. К мясу. Да, ребята, тут было и мясо в эту сумму. Кило 700, килограмм 700. Это окорочка. Вот, почти 2 килограмма окорочков стоит 5,49. 5, это 30, ну, где-то 33 гривны примерно стоит 2 килограмма окорочков. Серьезно, я правильно посчитала? Офигеть. Ты правильно посчитала. Кстати, они сейчас по акции, так что. Но ты скажи, что они свежие, это не значит, что они испорченные или да, подходят срок годности, да? Да, потому что просто как бы мясо в Польше дешевое. И меня улыбает, когда пишут нам в комментариях, что вы сравниваете, в Польше там невкусное мясо, вот наша свинина и польская — это небо и земля. Ну, не знаю, наверное, мы едим разное мясо. Да, вот вы видите, здесь пишется так вообще, цена за килограмм 5,49. Это не по акции. А сейчас, когда по акции, то это цена за 2 килограмма. То есть она на 50% как бы урезается. Вот такие стейки или гамбургеры. Здесь их 700 грамм. И они стоят 6 злотых. Представляете, 6 злотых готовых вот таких стейков. Это 36 гривен. 700 грамм. Килбасы по 400 грамм, одна штучка стоит 6, вот 400 грамм такой колбасы стоит 6 злотых, это 36 гривен. Мы взяли две. Сережа, я скажу, что здесь 95% мяса. Окорочок, копченый окорочок, здесь 400 грамм вроде бы. 460 грамм, и стоит он 4,60. Ну, это почти 10 злотых килограмм получается. В общем, 500 грамм, 500-граммовый вот такой окорочок копченый нам вышел 28 гривен, 4,60 злотых. И это не все с мяса, понимаете? Наши любимые порубки, да? Они стоят 6 злотых. Кстати, на прошлой неделе они были по акции. За 6 злотых мы могли купить, или за 7 злотых мы могли купить 2 килограмма, то есть 2 пачки таких порубок. Сейчас они стоят без акции 6 злотых, это килограмм 36 гривен. И они вкусные, что самое интересное. Консервированная кукуруза. Две баночки. Одна баночка стоит 1 злотый 50 грош. То есть 9 гривен. 9 гривен. Одна кукурузка. Вот так. Грибы. 5 злотых полкилограмма. То есть 30 гривен полкилограмма. Ну и наконец, конечно же, если сколько есть, нам понадобится туалетная бумага. 8 рулонов стоит 4 злотых. Это 24 гривны вот такой беленькой, приятной на ощупь бумаги. Друзья, вы просто посмотрите на эту кучу, удивитесь, потому что я удивляюсь, как можно за одну зарплату закупиться на неделю, купить сколько мяса, сколько продуктов таких долговечных, как бы, да? Не только просто там каких-то овощей там и килограммчик мяса. И это все я, например, сама могу позволить себе за один день работы. Вот. Это, конечно, огромный плюс Польши. И, наверное, из-за того мы опять здесь. Потому что мы любим мясо. Я надеюсь, вам было полезно это видео. Мы уже давно-давно хотели его снять. И вот, наконец-то, эта куча продуктов с чеком, потому что мы любим не забрать чек или потерять его, а вы потом нам не верите. Теперь вот, пожалуйста, 120 злотых. Вот, удостоверьтесь.
все эти продукты, все эти вещи стоят. Напоследок я скажу спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки или дизлайки. Подписывайтесь на наш канал, потому что мы очень хотим 10 тысяч подписчиков. Нам нужны 10 тысяч подписчиков. Нам нужно это отметить. Вот, а с вами были канал Сергей и Леся. Я здесь, он там. Я тут. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.